Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И, как вы помните, вчера вышло видео о распродаже 11.11. Правда это или обман? А кто не видел, посмотрите. Ну, вкратце скажу, что есть как и правда, так и обман. Есть как и хорошие цены, так и просто непомерно завышены. Ну и помимо того, что и существуют и обманы, и, как бы скажем, увеличенные, завышенные цены, то есть и нормальные, интересные позиции. Просто нужно смотреть, нужно искать. И вот в этом видео я подготовил некоторые интересные позиции для вас. Давайте же смотреть. Первое, что хотел бы посоветовать, вы когда попадаете на AliExpress, вот как сэкономить 11.11. Там существуют купоны, игры и отдельные магазины, с помощью которых там можно будет экономить. Как получать купоны? Вам нужно будет, вот заходите на вот эту страничку, я ссылку вам оставлю, нажимаете «Получить купон». Далее загружается вот такой вот флеш-проигрыватель с магазинами. Если вас интересует в основном электроника, то здесь есть вот Xiaomi-шный магазин и по, кажется, по камерам. Больше интересного, в принципе, ничего нет. Вам нужно, заходите в этот магазин, нажимаете подписаться на обновление, получить 10 монет. И тогда уже с помощью 10 монет вы играете в игры или выполняете вот эти вот задания за монеты, потом сможете купить некоторые купоны, на которых сможете сэкономить. Но скажу вам сразу, нормальные купоны, те, которые там стоят, те, которые скидочные по 10 баксов, их выловить, ну, крайне тяжело будет, либо же вообще невозможно, там единицы таких. Но если вы там на 1 бакс, еще вполне реально, ну, сильно на это не, как бы, не располагайте. Итак, что же в этот день лучше всего посмотреть? В бренд фокусе есть такие вот брендированные товары, проверенных брендов уже, и есть хорошие цены. К примеру, многим известным и любимым Xiaomi. Они предлагают нам здесь Xiaomi Mi 5S, это новинка свежайшая, по цене 294 бакса, ну 295. Цена просто сказочная, в принципе, здесь можно. Причем здесь, в принципе, проверенные продавцы по этим, ну, не то что проверенные, но нормальные. К примеру, новинка тоже Xiaomi Redmi Note 4, 135 баксов. Хороший вариант, но это все за 2 гигабайта ОЗУ, 16 ПЗУ. Также есть варианты на 3, 64, 179. Тоже я вам скажу, 179-180 баксов это крайне хорошая цена. Не так давно за 180 баксов можно было купить Redmi Note 3 Pro. Это четверочка. Дальше. Они предлагают нам просто замечательную цену на Xiaomi Mi Band 2, 22-23 бакса. 23 бакса, я вам скажу, до распродажи этот браслет стоил 30. И ниже, чем за 29, он нигде не фигурировал, не попадался. Может быть, разве что специально какая-то распродажа. Я себе еще покупал за 30 баксов. 23 бакса это очень хорошая цена. Смотрите, в принципе, у всех количество ограниченное, 5000 штук. Если хотели покупать, то старайтесь не откладывать до конца дня 11-го, где-то хотя бы в начале, в середине, пытаться купить, выловить его. Дальше, кому интересно, Mi Pad 114 баксов, 115, хорошая цена тоже, 1000 штук есть. И такая вот интересная моделька, более бюджетная, Redmi 3S, 104, 105 баксов. Таких цен тоже, я, честно говоря, не видел. Неплохая цена, стоит обратить внимание. Ну и хит продаж Xiaomi Redmi Note 3 Pro Prime. Это как раз та версия Prime, где 3 гигабайта оперативной памяти и 32 постоянки, 150 баксов. Напоминаю, недавно вот он до распродажи 175 стоил. Так что имейте в виду, тоже очень хорошая цена, в наличии 3000 штук. Кто собирался себе Xiaomi-шку купить такую, ну, советую. Ну и Xiaomi Mi Max 179. Большой лапоть, 6, почти 6,5 дисплей. Неплохой, и цена, соответственно, тоже. Дальше.
Есть вот такой вот магазин Xiaomi Dreamy. Если вы не успели те купить, здесь некоторые есть по аналогичной цене, либо же, может, даже ниже можно будет найти. К примеру, Redmi 3S. Здесь 107, немножко дороже. Redmi 3S 3-гигабайтные, 3 оперативки, 32 постоянки, 129. 130 баксов тоже хорошая цена. Дешевле до распродажи не было. Но это то, что интересно. И Redmi Note 3 Pro 123 бакса. Имейте в виду. И прошка версия 154. Та, что Prime идет. 3 гигабайта оперативной, 32 постоянки. Так что имейте в виду, это в принципе хорошая цена. Ну и можете ниже посмотреть. Все ссылки будут в описании. Дальше по Xiaomi есть камеры. Ну, цена, так скажем, не такая, в принципе, и сладкая. Новая экшн-камера U4K 209 баксов. Можно было и дешевле. Они, по-моему, в пределах этих цен и были. Дальше Xiaomi первая версия 80 баксов. Тоже приблизительно тоже было. Единственное, что скидка на новую вот эту камеру беззеркалку Xiaomi. И камеры видеонаблюдения Xiaomi U2 Home. Честно говоря, тоже не намного дешевле, чем раньше были. Ну, есть кое-что. Интересные по Meizu есть варианты. Meizu M3S 99 баксов. Не так и много, 2000 штук. Также обратите внимание, моделька неплохая. И на эти деньги это просто замечательный телефончик. Я еще не видел, в принципе, меньше 100 баксов цену на него. Дальше Meizu U20, точно не скажу вам, хорошая или нехорошая цена, но 135, в принципе, да, за версию 3 гигабайта и 32 хорошая цена, и всего на все 500 штук их. M3 Max 219-220 баксов, на Meizu Pro 6, обратите внимание, 300 баксов, в принципе, тоже цена адекватная, они дороговатые. И Meizu MX6. В принципе, относительно доступная цена 240 баксов. Так, ну это то, что было по телефонам. Неплохой планшет Teclast. Если вы знаете, X98 плюс 145 баксов. Запас 6000 штук, которые вы реально сможете взять. Просто офигенный Retina дисплей с разрешением 4-ядерные. Точно не помню. Процессор 4 гигабайта оперативной памяти, 64 постоянки, плюс 2 операционки, Windows и Android. Кстати, это 64 памяти, здесь должно хватить и на обе операционных системы. Кроссовки Lining или Leaning, не знаю точно как правильно. Это тот бренд, который использовал Xiaomi совместно для продажи своих кроссовок. Есть модели от 25, кажется, баксов и выше. В принципе, данные кроссовки хвалят, довольно-таки хорошие, вот видите, есть и по 32, и по 50, но я думаю, нормальные фирменные кроссы хотя бы у себя в магазине вы вряд ли купите дешевле 50 баксов, а так они сейчас там ближе к соточке будут подходить, а это вроде бы как неплохой фирменный бренд, как мы знаем, Xiaomi вроде бы фигни не подсовывают. Наушники и колонки Blue Dio. Тут, смотрите, я не знаю, их не покупал, разве что знаю, что вот эта колоночка не из дешевых идет, и 25 цена для нее, в принципе, адекватная. Ну, это все самые интересные товары. Не забудьте, как я и сказал, обратить внимание на Xiaomi, если вы хотите купить хорошая цена на браслет 23 бакса, а также Redmi Note 3 Pro, где цена на него, это 3S, 3 Pro, 150 баксов за Prime версию. На эти обратите внимание. И на Meizu 3S или Pro 6, в зависимости от того, что вы больше хотите. Это все по данному видео, по данной распродаже. Если у вас есть какие-то вопросы, либо пожелания, либо я что-то упустил, или интересные ссылочки на еще интересные товары по хорошим ценам, также пишите в комментарии, посмотрим, обсудим, может, будет действительно кому и полезно.
Всем, кому данное видео понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, делитесь данным видео со своими знакомыми, с близкими в соцсетях. По распродаже, я думаю, как раз это будет полезным для многих. Ну, всем спасибо, кто смотрел меня, всем пока!